мы спрятались, посмотрите, где. Чуваки, дверь закрыта. Что, пацаны, тренд хотите, а? Здорово, чуваки, это новый видос, и сегодня будет он по-настоящему жестким, потому что мы приехали в Мегу, чтобы пойти в Икею, чуваки. Вот такая вот игра слов, но мы идем в Икею, чтобы провести там ночь. Мы будем прятаться втроем. Сегодня здесь я, Леха. Всем привет, чуваки. И Алан. Здорово, чуваки. Короче, сейчас мы идем в Икею, спрячемся в самом жестком месте, и потом несколько часов там посидим, и уже вылезем, и подснимем это все многообразие безлюдного магазина. Так, чуваки, go в Икею. Давно не было жесткого контента, и вот мы возвращаемся, чтобы снять для вас этот самый жесткий контент, потому что может быть полиция, может быть охрана. Точнее, охрана в 90% случаев нас палит, потому что, блядь, как мы иначе выберемся? Это будет жестко, интересно, 100%. Так что, чуваки, уже сейчас можете влепить лайк. Также подпишитесь на все наши три инстаграма. Вот здесь вот мой инстаграм. Инстаграм Алана. Инстаграм Лехи. Так, чуваки, мы идем в Икею. Гоу. Чуваки, мы пришли в магазин, сейчас будем чем-то закупаться, потому что сидеть нам, скорее всего, придется очень долго. И вот. Нам нужно именно основательно закупиться, купить энергетик, либо лимонад, потом булочки, печеньки, шоколадки, потому что нам предстоит провести много времени, это будет жарко, но, чуваки, так что, гоу. Короче, чуваки, Алан взял такой чай, сейчас еще какие-нибудь булок возьмем, потому что очень мало остается времени до закрытия, минут может 30-40, и нам еще нужно успеть спрятаться. И если мы будем прятаться под самое закрытие магазина, то будем привлекать много к себе внимания, а нам этого не нужно. Короче, рассказываю план. Мы спрячемся там, где прятался Оптикани, в прятках. Я поднялся на третий ярус. Страшно капец, потому что тут высоко. Мы залезем наверх и будем сидеть просто там на высотках и чилить. Конечно, очень страшно, но я думаю, все пройдет офигенно. И, кстати, ни в коем случае это не повторяйте, потому что у вас могут быть потом проблемы. И вот сейчас ходят охранники, это очень страшно, типа, они еще такие злые дядьки, и ты видишь, у тебя сразу, знаете, так сердце останавливается. Так что будет мега крутой видос, ставьте за это лайк уже 100%. И подписывайтесь, и ставьте колокольчик. Все, мы сейчас идем, у нас где-то 10 минут, чтобы мы спрятались. Короче, ребят, вот мы уже в самой Икее, сейчас мы идем на те самые склады, чтобы там спрятаться, потому что это 100% место, где можно не спалиться, потому что там безопасно, там комфортно, там удобно. Алан сказал именно так. Полчаса до закрытия, полчаса. Все еще идем, я уже просто заебался, я жду того момента, когда мы спрячемся и будем в безопасности. Но, ребят, на этом наше приключение тут не закончится, потому что как только пройдет часа 2-3, мы вылезем оттуда и будем ходить по пустым магазинам, по пустым рядам. И это ночь в Икее, чуваки. Как старые добрые времена, на ютубе уже давно такого не было, такого жесткого контента, и вот мы решили вам его подснять. Повсюду работники, чуваки, вот. Чуваки, я надеюсь, то, что полицию не вызовут, но на это есть все равно шанс, хотя бы небольшой, потому что охранники тут, ну, я бы не сказал, что из самых добрых. Однажды, короче, тут у меня друг просто, ну, реально заблудился, и прям его прям в отделение повезли разбираться, так что, ребят... Ночью именно? Да, ночью. Ебать! Он просто на пару минут, типа, засмотрелся на мебель, и его реально отвезли разбираться там. Все камеры пересматривать начали, так что, чуваки, будет жестко сегодня. Ну, круто, что Леха нам это рассказывает именно. Именно сейчас. Тогда, когда мы, блядь, пришли уже, знаешь, чуть ли не прячемся, и Леха такой информацию закидывает. Мы, значит, шли к тому месту, где хотели спрятаться, и там чувак прям палит ровно туда. Я не знаю, что делать. Времени пиздец как мало, а чувак прям напротив этого места. На второй этаж ни одного залаза нет, потому что все заставлено коробками, а на коробки мы не можем зайти, потому что мы иначе попортим товар, и у нас будут из-за этого 100% проблемы, а на первом этаже нас спалят. Поэтому мы возвращаемся туда, где всякие комнаты, и попробуем где-нибудь там спрятаться. Магазин скоро закрывается. Сейчас надо решить. Все, чуваки, быстро, я туда. Что у нас, если мы сейчас не спрячемся там, то все. Пизда.
Пацаны, мест максимально мало. Мы не можем ничего найти. Просто посмотрите. Ебать, чувак. Go to. Посмотри, там нет никого. Там кто-то проходил. Никого можно нет. Шторку закрыть? Нет. То есть, чуваки, вот мы нашли одно место. Сейчас еще посмотрим. Если найдем более лучшее, то там спрячемся. Если не найдем, то вернемся сюда. У нас пиздец как мало времени. До закрытия 7 минут. 7 минут, чуваки. Пацаны, мега беспалевное место, вот они, слева направо. Пацаны, нашли аналог того, только без света. Алан, посмотри. Палевно? Нет. Заходи быстрее сюда. Все, парень, да, закрывай нахуй. Закрывайте калитку. Вот тут даже нормально закрывается. Чуваки, мы спрятались, посмотрите где. Это пиздец. Все, садимся. И главное, тихо вообще, ни шороха, ни хуя. Затекла спина, и вы говорите, что мне удобно. Мне нихуя не удобно, тут всем одинаково неудобно. Знаете, это как в школе. Каждая минута очень долго длится просто. Ты смотришь на часы, и там просто, как будто оно остановилось. Я не знаю. Мы до сих пор сидим тут. Уже музыку выключили громкую. И
Короче, свет, хотя бы его приглушат, и тогда мы уже сможем все вылезти и уже нормально ходить по этим рядам магазина. Повсюду какие-то звуки постоянно. Иногда рядом с нами, иногда чуть подальше, но они всегда. И мы всегда, блядь, на панике нахуй сидим. Словно в любой момент к нам могут зайти эти охотники за привидениями и поймать нас. Все закончилось. Ой. Там мы не выйдем. Это уже что-то жестко. Ой. А не подскажите, почему свет выключился? Что? Почему свет выключился? А где выключился? Вообще везде выключился. Здесь. Мы мебель не смотрели, походу. Да, что-то засмотрелись, и свет смотрим, выключился, и все. Где выйти можно из магазина? Как на улице попасть? Вы вообще кто? Мы не сотрудники покупателя. Мы просто смотрели мебель, потом смотрим, свет выключился. И все. Покупатели? Да. Да. И кто мы? Покупатели. Посетители. То есть мы идем, выбираем мебель, потом хоп, смотрим, свет выключился. Магазин 10 закрылся. Но мы не знали, что закрылся, мы думали, работает. Первое. Вот, пожалуйста, молодые люди остались после закрытия магазина. Что, пацаны, тренд хотите, да? И это просто самый безумный ролик. Мы стоим на свободе, я никогда не думал, что стоять в такой холод на улице будет так хорошо. Чуваки, это просто какое-то счастье. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Охуенно, блядь! Вперед! Блядь! Ай, ебать! Погнали, нахуй! Ты ебанутый! Огонь! Огонь!